Да, потому что есть же люди, у которых нет отцов. Чтобы они не так нас не поняли. Ну, вот в этой цели. Да, это Ходе Абдо, европейский художник графический. Мы у него попросили разрешение, так как это авторские права. Без его разрешения, они рисовал сам художник из Перми. Он не смог, не успел приехать сюда, да, он занимается этим проектом, но ему было как за честь нарисовать именно это изображение. В целом это у нас стрит-арт-фестиваль, который уже второй год проходит. В этом году мы сделали 5 изображений на фасадах в разных техниках, в 3D, в этнике, именно с дагестанской тематикой такой этнической, и завершили вот такой вот работу. А эту улицу мы реконструируем, провода опустим, будем смотреть, еще и подсветка. Все, поэтому тоже подписка, что там.